компания впервые народные деньги объявляет акцию 10 на 10 за 10. Займ 10 тысяч на 10 дней. Переплата всего 10 рублей. Ты еще не был у нас? Самое время заглянуть в народные деньги. Такого еще не было. Глава Тувы в эти дни находится с рабочей командировкой в столице Монголии, городе Улан-Батор. Цель поездки – важнейшие для обеих сторон инфраструктурные проекты. Сразу 4 транспортных коридора между Россией и Монголией. Это энергетический, железнодорожный, автомобильный и авиационный. Накануне в Государственном дворце состоялась встреча председателя правительства Республики Тувы с президентом Монголии. Президент Монголии господин Халтмагийн Батулла интересовался подробностями реализации крупных инфраструктурных проектов, в которых участвует Тува, и которые были восприняты им положительно. Речь идет, во-первых, о транзите электроэнергии через Туву в Монголию. Я везде подчеркиваю о том, что у нас есть не только служебные отношения, но и личные отношения. За это я вам очень благодарен, что вы начали наши беседы, и сегодня вы об этом отметили. Спасибо. Сейчас 1 киловатт, который поставляется из Китая, обходится монголам в переводе на наши деньги почти в 10 рублей. Россия готова построить энергокольцо через Туву в Монголию и далее на Бурятию. За счет этого стоимость электроэнергии может упасть как минимум в 1,5 раза. Об этом сообщил по итогам встречи глава Тувы Шалбан Караул. Второй проект – общая железная дорога. Монголия с 2017 года уже начала укладывать рельсы от Эрденета до Авота, то есть в сторону Тувы. Транзит позволит в разы сократить сроки окупаемости инвестиций, не говоря уж о выгодах для экономического сотрудничества и развития территории Монголии и Енисейской Сибири. Мэрия Кызыла сообщает, что в связи с аномальными погодными условиями централизованное отключение от тепла многоквартирных домов, социальных объектов переносится на более поздние сроки. Напомним, что с сегодняшнего дня Кызылская ТЭЦ, согласно постановлению городской администрации, готовился к снижению нагрузки и переходу на летний режим работы. То есть в многоквартирных домах и муниципальных учреждениях города было запланировано отключение отопления. Отмечается, что отопительный сезон в 2017-2018 годах в Кызыле стартовал с 14 сентября и прошел в штатном режиме. Аварий в системе теплоснабжения не допущено. По состоянию на 14 мая на землях лесного фонда Тувы действует один лесной пожар. Об этом сообщает Госкомлес Республики. В частности, на территории Кахемского лесничества на общей площади 160 гектаров. На локализации и ликвидации задействовано всего 62 человека. Всего с начала пожароопасного сезона этого года зарегистрировано 20 лесных пожаров на общей площади 806 га. Специалистами Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва и лесничествами с 1 апреля по 11 мая проведено 997 патрулирований в лесных массивах по выявлению и пресечению нарушений лесного законодательства, в том числе по соблюдению гражданами правил пожарной безопасности в лесах. С начала пожароопасного сезона составлено 16 административных протоколов о нарушении правил пожарной безопасности в лесных массивах. С 18 по 20 мая участок дороги по улице Дружбы, что напротив пятиэтажного строящегося дома, планируется закрыть для передвижения транспортных средств. Связано это с прокладкой инженерных сетей, систем водоснабжения и канализации. Движение транспорта будет осуществляться по улицам Пушкина и Проточная. Уже на этой неделе участники и инвалиды Великой Отечественной войны начнут получать единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей, назначенную им по указу президента страны. Об этом сообщает издательство «Российская газета». По словам исполняющего обязанности министра труда России Максима Топилина, большинство инвалидов и ветеранов войны получат эту выплату уже в мае. Деньги придут вместе с пенсиями или другими выплатами. Специально обращаться за ними в пенсионный фонд не нужно. Выплату назначат всем, кому она положена, в беззаявительном порядке. И о курсах валют. Доллар стоит 61 рубль 77 копеек, евро 73 рубля 94 копейки. Сила гор, магия трав, выносливость морала –
Теперь в одном флаконе. Новинка. Пантовый бальзам Субидей. С уникальным набором витаминов, коллагеном и экстрактами редких тувинских трав. Зарядись энергией. Травы Тувы. Чульдум 44. Напротив торгового дома Алексеевский. Еженедельная газета «Тува ТВ» – это всегда свежая и актуальная информация. Программа передач на неделю, тибетские и астрологические гороскопы, множество рубрик на различные темы, все для досуга и развлечений и огромное количество объявлений. Рынок республики в еженедельнике «Тува ТВ». Если объявление, то «Тува ТВ». Министерство образования и науки Тувы сообщает, что с 15 мая по 15 июня в соответствии с постановлением правительства Республики Тыва принимаются документы для участия в конкурсном отборе на получение из республиканского бюджета субсидий на возмещение части затрат на содержание детей чабанов, проживающих в интернатах муниципальных общеобразовательных организаций региона. В спортивном зале «Динамо» прошел 9-й ежегодный республиканский слет отрядов юных друзей полиции. Для участия в лично-командном первенстве со всей республики приехало 14 команд. Сегодня очередной раз мы проводим республиканский слет среди общественных формирований «Юные друзья полиции». Скажем, на звание «Лучший отряд юных друзей полиции». Я знаю, вы подготовились в течение года. Я знаю, вы сегодня покажете свои умения, навыки, что вы научились в течение года. Участникам предстояло пройти нелегкие испытания на 6 этапах. Домашние задания, строевая, огневая, медицинская, правовая и спортивная подготовка, где они продемонстрировали свои навыки и умения. По итогам всех конкурсов третье место заняла команда общеобразовательной школы села Байхак. Вторыми стали участники команды Тувинского кадетского корпуса. А кубок победителей в упорной борьбе достался участникам команды юных друзей полиции школы села Чахоль. В Туву из Москвы прибыли специалисты Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов. Научный центр оказывает консультативно-диагностическую помощь специалистам медицинских организаций по вопросам диагностики, лечения, профилактики инфекций, вызываемых клещами по всей России. С врачами и сотрудниками Министерства здравоохранения региона центр работает на протяжении 10 лет. Долгосрочная работа. Мы здесь работаем с 2008 года. Мы занимаемся выявлением и изучением свойств возбудителей инфекции, которые переносятся клещами на территории ТВ. Это в первую очередь, конечно, клещевой энцефалит, это боррелиоз, там возбудители боррелиоза, анаплазмоза и так далее. Мы, во-первых, смотрим, где они есть, в каких клещах, где высокий риск заражения, где низкий риск заражения, изучаем свойства вируса, который циркулирует на вашей территории. За время пребывания в республике специалисты из Москвы примут участие в экспедиционной работе в Лухемском, Кахемском, Тандынском и Чедыхольском районах для изучения распространенности клещевого энцефалита. Зачастую симптоматика энцефалита похожа и на другие болезни. Так, если человек просто не заметил укуса, подтвердить диагноз непросто, говорят специалисты. Они нам привезли новые Т-системы для определения клещевых, да, инфекций. То есть вот у нас, да, клещевые инфекции. У нас чаще всего вот, мы делаем клещевой энцефалит методом иммуноферментных анализов. И
Есть вот у нас пациенты, которые с лихорадкой неясного генеза, то есть мы не знаем, да, что, от чего у них высокая температура. И чтобы выяснить вот это, вот, мы с ними, с московскими сотрудничаем. В Туве встречаются как таежные, так и степные клещи, пик активности которых приходится чаще всего сразу после схода снега. Так, в прошлом году у более 30 пациентов Республиканской инфекционной больницы был поставлен диагноз клещевой энцефалит. За текущую неделю обратились 219 человек по поводу укусов клещами в нашу больницу, инфекционную больницу. Из них детей 109. Ну, пока клещевых энцефалитов не зарегистрировано. Чтобы не подвергнуться укусу клеща, собираясь на прогулку в парк или лес, необходимо одеться так, чтобы предотвратить заползание насекомого под одежду. Обезопасить себя от укусов можно также с помощью химических средств защиты. В Туве продолжается работа по совершенствованию раннего выявления рака. Накануне в Ресонкодиспансере прошел семинар акушерок смотровых кабинетов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, участковых больниц и поликлиник. В мероприятиях, направленных на раннюю диагностику злокачественных новообразований, значительная роль отводится совершенствованию работы смотрового кабинета поликлинического звена здравоохранения. В ходе работы семинара прошли теоретические и практические занятия для участников. Спонсор выпуска прогноза погоды – кредитный потребительский кооператив «Советский сберегательный союз регионов». Филиалы кредитного кооператива СССР размещены в 15 городах Российской Федерации. Это удобно. Теперь каждый желающий может стать членом кредитного кооператива и в самые короткие сроки начать получать дополнительный доход по своим вкладам. Внимание! Впервые «Народные деньги» объявляет акцию «10 на 10 за 10». Переплата всего 1 рубль в день. «Народные деньги». Такого еще не было. В ближайшие сутки по республике ожидается переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, в горах мокрый снег, гроза. В Кызыле переменная облачность, без осадков, возможно, гроза. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 14. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 7 градусов, днем плюс 19, плюс 21. Внимание! Впервые «Народные деньги» объявляют акцию «10 на 10 за 10». За М10 тысяч на 10 дней переплата всего 10 рублей. Ты еще не был у нас? Самое время заглянуть в «Народные деньги». Такого еще не было.